Тесное сотрудничество связывает РЖД не только с Иларой, но и другими предприятиями Чувашии. Владимир Якунин и Михаил Игнатьев побывали также на производстве микропроцессорных устройств и ознакомились с новыми линиями по выпуску спецодежды и обуви. Предприятие «Экро» в партнерах РЖД числится с 2000 года. Точнее, не просто числится. За это время всем структурным подразделениям поставлено оборудование для 100 с лишним тяговых подстанций. «Экро» участвовало в ремонте и реконструкции Забайкальской, Восточно-Сибирской, Кавказской железных дорог и других крупных проектах. Только в прошлом году железнодорожникам отгружена продукция на сумму свыше 30 миллионов рублей. Одна из актуальнейших тем – импортозамещение. С некоторых пор рабочие и специалисты РЖД щеголяют в обуви от чувашских производителей. На чебоксарском предприятии «Яхтин» главному железнодорожнику продемонстрировали автоматизированные линии конструирования, раскроя, прилива полиуретановых и резиновых подошв разной плотности. Я знаю продукцию этого завода, лично опробовал ее. И могу сказать, что то, что мы сейчас увидели с точки зрения технологии производства, это, конечно, уже совершенно другое производство. Я помню, еще в Питере ходил на скороход, смотрел совместное производство «Саламандры». Там другое продукция была, другая продукция. Но вот то, что сегодня делается в виде рабочей одежды, я считаю, что, в общем, честно говоря, не грех продавать и в магазин, просто в магазин. Сегодня «Яхтин» готов расширить поставки и предложить обувь, которая, в отличие от канадских и голландских образцов, сделана из натуральных материалов, выдерживает совершенно иную температурную нагрузку, при этом в 2-3 раза дешевле. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.